Девчонки, всем огромный привет! Спасибо, что вы посетили мой канал. И у меня сегодня снова будет бьюти-посылочка, на этот раз от блогера Мишель. Поэтому, кому интересно, я приглашаю вас к просмотру. И давайте начнем. И первое, что было в посылке, это был гель от Faberlic из линейки Beauty Cafe «Ванильное лакомство». И это у нас гель-крем для душа. Я безумно рада. И, в принципе, большинство посылки я знала, что пришлет мне Мишель. Я сама это просила. Это один из тех продуктов, которые я очень ждала и хотела его попробовать. Для меня он больше пахнет каким-то таким пломбирным кокосом, очень вкусным. Мне очень понравился этот гель, я уже его так достаточно использовала, раза два. Безумно понравился, буду дальше его использовать. И огромное спасибо, Мишель, я правда очень довольна и очень счастлива этому продукту. Следующее, это была вот такая пена для ванны от Organic Shop, сладкая ванила. Вы знаете, в первую очередь, что меня, конечно, напугало, но мне Мишель об этом предупреждала, что она будет коричневая. Первый раз пена от Organic Shop у меня коричневая, потому что была у меня уже такая два раза. И она была кремовая, такая, знаете, именно такой ванильный цвет. А сейчас она пришла почему-то коричневая. Но ничуть не влияет это на ее запах, очень приятно пахнет. Я очень люблю эти пены. Спасибо тебе еще раз огромное. С удовольствием тоже буду ее пользоваться. Вообще, в принципе, я люблю все пены, что пахнут ванилью. Для меня это какой-то такой очень вкусный, приятный аромат. Спасибо большое. Дальше лежал вот такой потрясающий скраб от Avon Naturals. Шоколадное удовольствие, скраб для тела. Безумно вкусно пахнет, действительно пахнет какой-то такой молочной сливочной шоколадкой. Мне он очень понравился. Пока что я, конечно, пробовала его только по запаху. Спасибо тебе огромное, я правда безумно рада. Я не знала, что этот продукт попадет ко мне в руки, но я думаю, скоро до него тоже дойдет очередь. Я обожаю такие легкие скрабы. Да, я не сказала, что он легкий, потому что подобный скраб у меня уже от Avon был, шоколадный первый раз. Я люблю использовать летом, потому что они не травмируют кожу и деликатно очищают ее. С удовольствием буду его использовать. Замечательный крем от Organic Shop. Это у нас идет крем для тела с органическим экстрактом камелии и пяти масел. Называется он у нас японская камелия. Очень приятный такой, знаете, цветочный аромат у этого крема. Я обожаю эти муссы. У меня был такой клубничный много раз. И сейчас лежит в запасах. Безумно приятная текстура. Вкусно пахнут. Это тоже будет не исключением. Цветочным ароматом, если честно, я отношусь более спокойно. Но я думаю, что он мне придется тоже по душе, потому что это Organic Shop, а его невозможно не любить. Дальше попадается еще один гель для душа, тоже из Faberlic. Это у нас Beauty Cafe мятный шоколад крем-гель для душа. У меня уже такой гель был, безумно вкусный, действительно мята с шоколадом. Мне он очень понравился, и я попросила Мишель прислать мне еще один такой гель, потому что она делала уже заказ Faberlic и прислала гель, который я вам показала ранее. И заказала мне вот этот. Безумно приятный. Девчонки, что о нем сказать? Очень-очень вкусный. Кто любит мяту и шоколад, я думаю, придется вам по душе. В данный момент я осталась очень довольна. И опять же, большое спасибо Мишель. И еще один гель для душа от Avon. Avon Senses. Зимнее волшебство с ароматом малины и яблока. Если вы уже помните, в предыдущей посылочке я показывала вам такой же гель от Кристины. Да, потому что я попросила и Кристину, и Мишель прислать мне вот такие вот гели. Они безумно вкусные. Мне они очень нравятся. Я буду с удовольствием его использовать, как и тот гель, который прислала Кристина. Потому что это была лимитированная версия, и я уже не смогла нигде такой купить. Но девчонки успели и заказали вовремя. Так что спасибо вам огромное, тоже буду с удовольствием им пользоваться. Также в посылке лежал вот такой вот тональный крем от Avon, но, к сожалению, к великому сожалению, он мне оказался слишком темный. Я бы сказала, что слишком рыжит он мою кожу, если честно. Но я, в принципе, расстраивалась недолго, потому что я уже нашла выход из ситуации. И хочу посоветовать вам такой же выход. Если вдруг вы заказали крем, и он вам по тону очень темный, то не пугайтесь, не выкидывайте, не отдавайте его. Просто купите тональный крем на 3-2 тона светлее и смешивайте их с тем тоном, который вам не очень подошел. В совокупности этот тон будет для вас, я думаю, что идеальный. Девчонки, не буду врать, тон я честно не помню. Я могу сказать только, что текстура этого крема очень хорошая. Мне тоже очень подошла. Для сухой кожи идеально тоже подходит. И в нем 30 мл. А выглядит он, как будто в нем все 50. Хороший тон, просто немножко темноват. Но, Мишель, огромное тебе спасибо. Дальше идет тоже от Avon. Это у нас из линеечки Планета Спа. Непревзойденное питание с маслом африканского дерева ши, скраб для рук и ступней. Кстати, очень в тему. Я люблю использовать скрабы для ступней. Для рук на самом деле не так часто использую, как хотелось бы, потому что, в принципе, руки я массирую тем
же скрабом, которым массирую и тело. Так что этот скраб я с удовольствием буду использовать именно для ступней. Я его не пробовала, не открывала, девчонки, ничего пока сказать не могу. Поэтому, если у вас уже такой скраб был или есть, то напишите в комментариях, как он вам. Мне будет очень интересно послушать ваши комментарии. И попадается еще один продукт от Avon. Это Avon Footworks. Наверное, красивые ножки, что-то там такое переводится. В общем-то, это крем для ступней. Тоже по аромату не смотрела, но он, по-моему, с лавандой, если я не ошибаюсь. А если ошибаюсь, то поправьте меня. Спасибо огромное, Мишель. С удовольствием и с радостью тоже буду его использовать. Мне такие крема всегда в хозяйстве нужны. Я обожаю ухаживать за ножками, наносить различные крема и гели на ноги. Так что это тоже будет не исключение. Спасибо огромное. Дальше попадается вот такой скраб для лица из линейки марки «Зеленая аптека», медово-кофейный. Уход за лицом. Он нежно очищает, придает гладкость. Не открывала его, к сожалению, не смотрела, просто потому что сейчас очень много продуктов для лица и не хочу лишний раз открывать те, которые буду использовать чуть позже. Так что, когда до него дойдет очередь, я обязательно расскажу вам эффект и как он мне, понравился или нет. Но опять же, если кто-то уже таким пользуется, то, пожалуйста, напишите, будет интересно послушать ваши комментарии. Дальше в посылочке лежала вот такая штучка от Faberlic Airstream легендарный кислород. Это у нас средство для удаления макияжа с глаз. Мишель знает, и спасибо тебе огромное, что я люблю использовать для глаз одни продукты, для лица другие. Поэтому глазам я подхожу очень так внимательно, потому что они у меня часто слезятся. Кто смотрит мой канал, вы знаете, что глаза у меня очень аллергичные, в принципе, на многие продукты. Я, конечно, этот продукт тоже еще не пробовала, но я очень надеюсь, что он мне понравится и подойдет. Я думаю, что он не будет щипать глаза, потому что, как я понимаю, он такой двухфазный, то есть он с маслом, и думаю, что будет хорошо увлажнять мою кожу глаз. Ну а Мишель, как всегда, огромнейшее спасибо. Дальше я нашла вот такой мятный шарик, ароматный, бурлящий для ванны из линейки Beauty Cafe «Мятный шоколад». Я очень люблю шарики, спасибо тебе огромное, Мишель, мне Кристинка тоже высылала шарик. Пока что я его еще не пробовала, но думаю, что скоро использую. Но я знаю, что они все очень классные, я их обожаю, с радостью использую этот. Запах нереальный, и я вам всем советую, кто любит баловать себя в ванне разными такими штучками. Дальше я нашла вот такую домашнюю историю. Это у нас такая стеклянная баночка с распылителем. Это называется натуральный тоник гидролат липа. Мне Мишель даже в тот момент, когда она его покупала, звонила и уточняла, какой бы я хотела именно по запаху. И я выбрала почему-то с липой. Не знаю, мне вот очень нравится аромат настоящей липы. Я вам расскажу. Я только знаю о нем то, что делает это какая-то натуральная компания. Полностью на натуральных компонентах. Мишель, огромное тебе спасибо. Я очень люблю натуральные продукты и безумно рада такому продукт. Спасибо. Дальше лежала вот такая малышка, тоже от Faberlic, из линейки Beauty Cafe, ванильное лакомство. Это ванночка для маникюра. Я обожаю всякие вот такие штуки для маникюра. Я очень люблю все, что связано с ногтями, потому что это не только даже для меня пойдет, но и для моих клиентов, кто ко мне приходит на гель-лак. Пахнет очень тоже вкусно, нереально. Спасибо тебе огромное, с удовольствием и с радостью буду использовать такую штучку. Дальше лежала вот такая вкусняшка. Это у нас бальзам для губ от Bon Appetit. Это литуалевская марка. Бальзам выглядит вот таким образом. Он прям шоколадный. Как видите, я уже его тут протестировала хорошенько. Дает хорошее увлажнение. У меня уже такой бальзамчик есть с манго. И вот я попросила Мишели выслать мне вот такой шоколад. Мне безумно понравился, очень вкусный. Он такой полупрозрачный на губах. Вы его совершенно не видите. Он просто дает такой здоровый блеск коже и хорошее увлажнение. Спасибо огромное, Мишель, мне он очень понравился. Вот такая тушь от Faberlic Maxi Style. У меня уже такая была, я пользовалась, наверное, раза 3-4, и я знала, что Мишель мне вышлет такую же тушь, и свою я подарила маме. Девчонки, это потрясающая тушь. Она делает безумное красивое разделение на ресницах, делает эффект нарощенных ресниц, безумно длинных, красивых, разделенных. Мне она безумно нравится. Мишель, спасибо тебе огромное за еще одну такую красоту. И с удовольствием продолжу пользоваться. В посылке лежала вот такая помада от Faberlic. Очень красивом, знаете, нюдовом каком-то розово-телесном оттенке. Номер 4586. Спасибо огромное, девчонки. Кто еще не пробовал, могу вам посоветовать. Очень классный продукт.
И, наверное, эти лайки я покажу вам именно так, потому что их целых 5 штук. Спасибо огромное. Здесь 2 лака от Ноготок. Один вот такой прям совершенно телесный нюдовый оттенок. И второй тоже очень красивый телесный нюд, который, кстати, сейчас у меня на ногтях. Дальше вот такие блестки от Гурмандиз. Также вот такой лак от Лимони в таком, знаете, красно... каком-то оранжево-бордовом оттенке, очень сложно его как-то описать. И остается вот такой лак от Essence. Если честно, вот все в нем очень круто, но вот цвет немножечко не мой. Он немножко бледнит мои руки. Может быть, кому-то он действительно очень нравится. Или, может быть, я его подарю маме. В общем-то, посмотрим. Пока что по цвету немножечко не мое, но текстуры и сами лаки мне они безумно нравятся. Так что спасибо тебе огромное. Дальше у нас идет вот такой пакетик чая. Называется «Домашние истории». Безумно-безумно мне понравился этот чай. Прям вот один в один, как крокоде, красный, только с фруктовым каким-то цветочным ароматом. Это фруктовый чай, лемонграсс, гибискус, цедра апельсина, яблоко, плоды шиповника, цветы ромашки и мята. Очень понравилось, Мишель, спасибо. И ты знаешь, что я люблю чаи, прислала мне такую классную штуку. Прям вот безумно-безумно рад. Девчонки, тоже вам всем советую такие фруктовые вкусные чаи. Интересный бальзам для губ. Это тоже все из супер натуральной линейки, где был куплен чай и вот тоник гидролат, который я вам показывала. Натуральным медовым сливочным ароматом. Как вы видите, он идет вот в такой вот стеклянной баночке с такой крышечкой. Я его храню в холодильнике. Как вы видите, он сейчас как твердое-твердое масло. И когда вы достаете его, он так классно тает на губах и так классно их увлажняет. И тоже с удовольствием его буду использовать. И, как всегда, огромнейшее спасибо. И еще я нашла вот такой карандашик для губ. Avon, и, по-моему, если не ошибаюсь, это линеечка Color Trend. Розовый какой-то терракотовый цвет. В общем-то, очень интересный. Как вы видите, я его даже не вскрывала, не пробовала, как он на губах себя будет вести. Но посмотрим. Я думаю, что мне понравится. Карандаши для губ я очень люблю. Они иногда заменяют мне матовые помады. Супер, тоже буду с радостью использовать. Я еще нашла вот такую вот альгинатную маску для лица и тела. Это Express Lifting Альгинат. Тонизирование, увлажнение и лифтинг у нас все идет в этой маске. Я просто не знала, что это сухая такая смесь, которую нужно разводить. Так что, Мишель, спасибо огромное. Я с удовольствием буду пробовать такую штуку, буду ее тестировать. Надеюсь, когда-нибудь дойдут мои руки до такой маски. Здесь у нас целых 200 грамм. Мне кажется, это хватит точно на всю оставшуюся жизнь. Так что круто-круто. Буду с радостью пользоваться. Ну и, наверное, последнее, что вам покажу, это вот такая огромная куча разных пробников. Я не буду вдаваться в подробности по каждому пробнику, но обязательно с ними уже чуть позже ознакомлюсь. Я вижу, что тут много всего и для волос, и для тела, и духи. Как оказалось, это еще не все. Здесь лежали еще две вот таких маленькие миниатюрки. Одна от Томми Молли, другая от Миши, вот такая малышка. Пока еще, девчонки, даже не ознакомилась, что это, но обязательно потом познакомлюсь вам во влогах, где-нибудь расскажу. А вот в этом кульке лежат много-много разных пробников. Помад и туалетных вод от Avon. Я думаю, что вы уже увидели, что посылка огроменная, много-много всего. Спасибо огромное, Мишель. Мне очень понравилась эта посылка, очень здорово. Я прям тебя целую и очень-очень довольна всем. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оно для вас было таким интересным. Я очень сама люблю такие видео, где распаковывают девчонки посылочки. К сожалению, не получилось у меня именно распаковка посылки при первом получении, потому что не было времени, и на самом деле это было не очень удобно, но я думаю, что такой формат вам тоже понравился. Обязательно переходите на канал Мишель, я оставлю ссылочку внизу в инфобоксе, и смотрите ее различные видео. Я думаю, что она приготовила для вас много интересного. А вам огромное спасибо за то, что вы были все это время со мной, за этот просмотр. И я с вами не прощаюсь, мы с вами увидимся в следующем видео. Я всех целую, обнимаю.